Меня? Опа, какой-то чел появился. Что он делает в моей комнате? Круто! Кекич, привет, как дела? Здорово. Ты топ, Ванис Лох XD, ты топ, твои видео полезные. Я три раза подряд взял топ-1 ДА и тащи удачи, гоу, роспись на стене, я же твой сын. Тупо слушайте, да. Кекич, привет, как дела? Ты топ, Ванес Лох. Ты топ, твои видео полезные. Я три раза подряд взял топ-1, давай тащи удачи, гоу, роспись на стене, я же твой сын. Сын. Если бы ты был моим... Если бы ты был моим сыном, то мы бы никогда не увиделись. Ты бы даже не знал, что это я. Блин, этот стример, он даже не скачал Fortnite еще. Мда, игрок, мда. Спасибо за донат. Мурчи, да, он ебаный, говорят. Мурчи пидор. Кто такой Мурчи? Ну, правду говорят хотя бы. Карта, я думаю, так, в ней это, в принципе, ничего не менялось с последнего патча. По 4 человека, то есть, соответственно, мы вбрасываем на стрим пароль. Что с тобой за ноунеймы? Не знаю, когда попросились по-моему поиграть. Заходите, соответственно, складом 4 человека. Мы попросили выиграть. И, соответственно, мы с вами рулимся. Бесплатная прокачка веб-баксов. MSI Fortnite 1-2-3. Да, все. Вручную писал. Ну да, потому 56, что копирование не работает. Или не успели. Копирование не работает, все работает. У меня все так работает. Несколько раз было, у меня не работало. А потом я вручную перебивал, и у меня все нормально было. То есть я копирую, вставляю, и мне, короче, краш. Все, поехали, да? Мы туда попали или не туда? Нет, не туда. Нам это Павлик по-любому. Так, надо вырубать этот стрим. Что происходит? Я сегодня первый раз играю. Вчера играл отвратительно, так что вы меня тащите. Хорошо, что со мной в пати есть кто-то, кто мне говорит, какой пароль. Хорошо, что в моей пати есть кто-то, кто играет вместо меня. Элина, Ванес, я как бы Мурчи, играйте, пожалуйста. Тихо, я первый раз зашел. Так, разминочная катка. Так, прием, меня слышно нормально? Да, это разминочная катка. Так, к сожалению, тебя не слышно. Что ты сказал? Что? Бля. Ну не шути, пожалуйста, я волнуюсь. Я волнуюсь, куда пойду? Я тоже волнуюсь. Круто! Сегодня взял свой первый топ-1. Тупо на тильты. Мы остались с чуваком один на один. Он был на скале. Не, серьезно. И он упал и разбился на смерть. Ты пиздишь, блядь. Я серьезно говорю. Давай сюда-нибудь побезопаснее, сюда или вот сюда куда-нибудь. На тильты, направо, налево. То бишь, куда отшили? Да, блядь, скажите серьезно. На тильты падаем. На тильты падаем. Да, вот здесь выпадаем. Точка, домашняя. Так, мы с Элиной падаем на те дома, на которые всегда падаем. А это на какие? Ну это левые. На синие? Ну левые дома. У башни. Ну вообще мы с Ванесом первые думали. Вообще можно туда всем упасть. Давайте все, короче, на левые дома падаем. Поднимаем левую позицию. Летят с нами, типы. Они правые, ближние за мной. Так, я собираю инфу. Кто же есть? Я никого не вижу. Я вижу, Саня не хочет играть. Почему? Ты хуйней страдаешь. Да в смысле? Нормально я играю. А мы на победу? Серьезно или так? Если мы прыгнули сюда, наверное... Бля, мне нужны баксы, не знаю как вам. Мне нужны, бля, мне 20 на, вы сами видели. А сколько там за победу дают? 20. Понятие. Вообще ничего не говорит. У меня говно на руку. У меня все есть. Вообще просто пиздец какой-то. Челы в этом доме, в моем. Так, ну я далеко. Я бегу на помощь. Типы близко, типы близко. Положил. Есть бочка. В меня стреляют. Кто-то сверху, не знаю, бинтуюсь. Есть бочка. Есть маленький банк здесь на крыше. Есть большой. Вы убили банк. Их всех? Одного. Здесь аптека для тебя есть.
Саня, поднимайся на большую бочку. Или маленькая банка, и там большая. Или маленькая. Так, нашел нокнутого. У него банка здесь. Могу банку дать. Мурч. Его бросили. Да. Чуваки убежали на реку, убегают туда, в сторону этого. Куда-то вот сюда. Оставил фиолетовую. Так, я пытаюсь понять, где Ванес, а вон он. Я внизу, смурч. Так, у меня ни снайперки, ничего нету, только это. Я тоже. Ты чел у меня? За деревом. Сверху помощь. Так. Аптеку стакнись. Да, я возьму. Я не вижу нихуя. Ну вот там вот чуваки на 165 должна быть. Должны быть. По мне стреляют. Откуда? По мне прилетело, я не знаю. Я, блин, вот думаю, это Элина. Не, я не. Из дебола. Есть на 141 на горе. Скатываю. Ну это вот, это они. Ладно, я бегу за вами. Не, ебать, прилетело. Давайте отойдем, а мы сейчас просто размениваемся. Нет смысла сейчас файтить. Мы никого убить не сможем. Все в меня, блядь, летит. Лина, это ты стреляешь, признавайся. У тебя самый большой хитбокс. Это все бантик. Это все бантик. Ебучий магнит для пуль. Нам надо обойти, алло, зачем мы... С этой горы кто-то спускался. Зачем мы снизу идем? Сейчас поднимемся и обойдем, нормально. Здесь могут люди быть, к слову. Так что давайте. А что у тебя, ты не выпил большую банку? Блять. Да нет, тут нет никого, не может быть. Именно с этой стороны. Хэзэ, хэзэ. Да не надо ему броню давать, все равно он ее потеряет. Я могу информацию давать. По левой стороне обойдем. Я и говорю, идем по левой стороне, типа, вот где-нибудь вот здесь встанем. Здесь практически вся лока, она с этого. Одной высоты. Типа, мы тупо никого еще не видели. Ну нет, мы видели. Единственных челов. О, тут не лутанный мотель. Лутанный. Мотель. Там лутано все. Я вижу. Ну... Перед нами на 80 башни. Ну обходим пока что. Или не придется. Погнали в мотель. Бля, ну нахуй. Ну там упали. Кто-то упал. Да один, выходи. Опять в меня, блять, попадут. Сука. Пропадает в буре. Чел тупо, тупо как я играет. Я такой же. Вечно в буре пропадаю. Я вот думаю груз забрать. Я роняю мурчи. О, я роняю. О, блять. Я помню, я как раз ронял тебя. Было, да? Я за грузом пошел. Блядь, снайперку надо еще одну, я хз. По мне стреляют, пикают, мочите их. Я иду к тебе еще. Вау! Ванесу пизда, придите, помогите, пожалуйста. Я обхожу, ну типа... Не, нормально все. Уходим назад? Нам надо в другую сторону, мы можем обойти назад, отойти. И... О! Ну... Хитбокс. Банк маленький есть. Просторотый вал. Только по тебе попадает.
там типа ВНС зарядили. Да. Я это, урон впитываю. Там. Здрасте, всем это уже турнир, ну да. Здесь дроп есть тоже спереди. Ну не знаю, пойдем. Он все еще не в зоне. Блять, оно опять мимо меня просвистело. Заебали. Ну тебя обещали отпиздить. Так это один склад и остался, получается. Если все правильно посчитать. Не? Еще кто-то мы есть. У них человека три, один какой-то соло бегает, наверное. Бля. По мне еще ни разу не попали, не знаю, как вы так играете, блядь. Да пиздец, рак. Словил. Мне нужна снайпа, я ему сейчас. Боже. Ну вот, бери миниган. Я стак на так. Давай аптеку забирай. Я возьму миниган, скиньте мне маленький. Да я возьму. Лучше мне скиньте. Я скинул под дерево тебе. Да, я тоже скинул. Сотню с чем-то скинул. Там чуваки, вот прямо перед нами 60. О, чувак со скилл кастома. Какой? Чувак на 60. Он там соло. Во-во-во! Инфикт, они говорят, типа, они смотрите. Алло, чуваки, говорю, на 60, блять. Да, там справа от нас строится, на ферме. Сейчас зона, посмотрим, что зона строится. Мне кажется, у тех не дохуя уже патронов так-то осталось. Так, зона на них, да? Прям на них как раз. Сказать, что делать? Ну, типа, там один, наверное, всего, чел. На ферме? Ну, да. Ну, да, вот этот инфиксик. Смотрите, нам, короче, нужно ждать, чтобы они начали... Это нет, там два. Не пикайте этого одного типа. Зачем вы его рашите? Там неудобная позиция. Зато там есть груз. Мы слева можем лучше обойти нам слева, когда именно побежит тот одинокий чел. Да, тут же. Там их двое, там он не один. Значит, этих трое. Нас пушат. У! Я кнокнул. Одного кнокнул. Нормально. Осторожно, чекайте этих левых. 50! Вижу. Вырубил. Я банки запиваю. Справа все еще чел тусит. У меня ловушки. Меня попал чел справа. Все, он один остался. Пожалуйста. Он один остался. Спасибо. За деревом. Ну отпивайтесь чем. Попал один раз. Нажимаем. Все, у него нет ничего. Спасибо. ДГ. Ну это что-то видите, по-моему. Ловушки. Ну. Ну что-то, что-то не почувствовал, бля, престиж. Престиж, что за хуйня? Не, я-то ощутил, я больше всех наощущал. Блять, я только брони, короче, выпил, наверное, 250 в этой игре. Да, пацаны, сорян. По мне только ловушка попала за эту игру, не знаю. Нахуй вылетели к нам. Ты единственный, кто кнопнулся, кикаем его. Престиж, хочешь к нам в пати? Не понял. Престиж, это чувак, короче, который около меня, ну, с которым мы пиздели. Ты помнишь этот? Ну. Да, я его знаю, он охранял мои шмотки. Охранял мои шмотки. Ну, мне определенно нужно еще. Бля, ну я же потерянный сын, твой гол роспись, пожалуйста, vk.com/кашабудьхуйвамбати, не забудь про роспись, пожалуйста, с любовь, потерянный сын. Все жмите пароль. Ой, готов, то есть? Чувак, я, блядь, не гуф, вон чтобы пароль, у меня был. Там скинули в чат. У меня не подгрузилось, я обновил. Fortnite 1, 2, 3. Okay. Тот же пароль, нажми готово.
Возьму. Кек выиграл. Пожалуйста. Готовьтесь, пацаны, сын. Да, все. Есть. 95. Есть. Мгновенно 95. Хорошо, что ты служил. Теперь ты Ванес вытащил. Самые быстрые пальцы на Диком Западе только что ввели этот пароль. Nice. Красавчики. GG, еще плюс 100 баксов. Изи. Нельзя так никогда. Нельзя никогда. Вы говорите, что мы участвуем. Да. Я поиграть зашел просто в этот паблик. Я случайно в пати зашел в мурчик поиграть, а тут... Да, он тут мы. Вот такое совпадение. Ты Элина, что ли? Мы, короче, все соло заполнить нажали. Все, равный шанс. Сто человек ровно. Ого. Че, куда падаем? Можем на склады упасть, но это опасно будет. Можно на снобе. Шпиль. На край дерево. Надо пойти. Я на дерево. Ну, го. Вот эти зоны, вот эти все дома мы должны залутать. Окей. Окей. Чуваки, я проебал ваш этот, дунут. Так что... Не обессудьте. Так, я лутаю лесу, короче. Не, я беру хвост, вы лутаете морду. Ёбаный в рот, тут так-то тоже падают люди. Я не хочу уже туда лететь. Блядь, народ-то падает. Я не понял, мы на помидоровку падаем? На домике? Не знаю, я за тобой просто. Я на домике, кто-нибудь со мной. Окей, я за тобой. Здесь еще два чувака падают на дома. Напротив Сатурна как раз. Она строит здесь. Окей, если будет какое-то оружие, просто оставь. Пиздец. Не одна. Ну, дальше. Пистолет. Я с киркой, короче, постою сзади. Но здесь два чувака напротив этого дома. Так, я к вам. Давай, давай. Кого два оружия, дайте ему лучше. Вышли из этого. Я думаю, ни у кого сейчас два оружия нету. Мне кажется, надо было прыгать. Либо на болото. Ну, отходим тогда, гоу к мосту. А. У тебя только пистолетки? Да. Я сейчас... Чё? Нормально. Да ебаный, надо падать на сраные тильты и сидеть там, типа. Туда не так много пачек падает, и все равно лут будет. Ну да. Может пойти в этот подземный переход там? Да, да. Там чел! Где? Да, второй этаж. Он один был? Ну, не стреляю. По кому-то попали. Слева, слева. 120. Да, типа пушит. Откуда? На востоке. Уже в доме, тип. Катя! Одного кнокнул. Найс. Учебы у меня! Подходим к дому. На гору поднимаются. С... Для вас это будет запад, они поднимаются. Мы далеко. Чё? Они к вам поднимаются, алло. На вот эту возвышку. Иди сюда, нам нужна помощь. Он, наверное, вылетел. Не-не-не, я тут. Давай обойдем. Шишиш. Мурчи, осторожно. А, вы в туннеле? Да. Они на горе. Они сейчас спали. На горе где? Блин, вот, ставлю метку, короче. Всё. Нормально. Рядом. Вижу. Да, у меня кто-то наверху на горе. Сука. Бегу.
Попал один раз. Не знаю, я посносил достаточно много хп. Я не знаю, вы типа дрочите, кто знает где. В итоге мы здесь вдвоем, блядь, файтимся. В смысле дрочим? Я говорю, мы с тобой файтились, алло. Ты чё, может поднимешь? Да, у меня тут 38. Да он файтится. Убей. Там чел сзади был тебя. Поднимает его. Вот это красиво. Ого, компашка собралась. Блин, да. Я свернул. Я вышел из лоб. Так, ну что, сейчас они подниматься будут. Райвизард. Кто это вообще? Кто эти люди? Самое тупое, как бы даже посмотреть ники нельзя. О, эти типы все еще живы. Ну, комментар и Линкс. Кикмурчи, говорят. А? Да. Так, куда он ушел? Все. Типа мы разделились, из этого проебали, здорово.